Всем здорово. У нас сегодня распаковка. С Яндекс.Маркета заказал. Потому что был дешевле всего. Вот. 470 где-то рублей, в общем-то. У нас триммер такой вот. Как на Алиэкспрессе продают. Но с Алиэкспресса ждать. И, в принципе, ценник я такого не нашел. Но и также хотел поскорее купить. Вот. Такие вот еще модельки есть. Хотел скорее купить, по Авито посмотрел. На Авито они по 1000 рублей. Думаю, дай-ка загляну там на всякие Озон, Валберис и Яндекс.Маркет. И, в общем-то, ценники у них у всех примерно там 500-700 рублей. Разные модели типа есть. Вот. Ну, достаем, смотрим, что тут есть. Разные модели там со всякими дисплеями, не дисплеями. Микро USB. Есть еще USB Type-C. Типа считается уже подороже там. Дисплеями разные моторчики, помощнее, не помощнее. Но, в общем, я взял. Главное, чтобы стригло, короче. Вот тут кнопочка есть внизу. Вот. Дракончик нарисован. Выглядит вот в таком стиле. Что-то какое-то масляное все. Нажимаю кнопочку. Все работает. Синенький огонек горит. Надеюсь, короче, будет работать нормально. Здесь должна откручиваться. Но не откручивается ничего. По сути, должно все это дело откручиваться. Но не откручивается. Видимо, в модельках других должно откручиваться. И, в общем, батарейка доставаться, аккумулятор и зарядка даже отдельно бывает продается. Ладно. Такая вот фигня. Масло типа для смазки есть. Щеточка для чистки. Такой микро USB кабель. И инструкция на английском языке. Вот как заряжать все дела. И еще насадочки. Насадочки тут есть. Так. Написано, что аккумулятор на 2500 мА. Ну, это вряд ли. Вот насадки можно типа тримерить. Что тут есть? На 2 мм даже есть. На 1,5. На 3. И самая большая на 4 мм. В общем, можно стричься и бороду, в общем, подшаманивать, подделать. Вот тут такие вот. Рисунки нарисованы, чуть приобрел, так скажем, на замену вот этой вот машинки. Она у меня с 2001 года есть, больше 20 лет ей уже. И вот такая вот миниатюрная на батарейке без проводов. Вот, а то, ну, короче, в поездке с собой не очень удобно такой вот брать. Я и стригусь, и бреюсь одновременно, в общем. Вот, а теперь попробую этой постричься. Вот, пришло время постричь и бороду. И башку. Сейчас попробую, как эта штука справится с этим, с этой задачей. Вот так вот выглядит картинка до. А вот так, в общем, выглядит уже после. В общем, штуковина. Вполне себе нормально. Кстати, вот снять насадку можно только спереди. И надеть ее, получается, тоже спереди. Так вот легко, в принципе, снимается, одевается. Сзади, потому что не подлезешь. Спереди дракончик. Сзади, я так понял, какой-то павлин еще нарисован. Вот. Неразборная. Батарейку здесь как бы не вынешь, отдельно никак не зарядишь, не получается. В общем, что еще? Мне не понравилось то, что вот этот вот нож никак бы не отрегулируешь. Он тут рядом, получается, с нижним ножом стоит. И то есть, когда если бреешь бороду, то все-таки ссадины остаются. То есть, поцарапаться немножечко можно. Здесь борода побаливает, но бреет чисто. Голову тоже побрил минимальной насадкой. 1,5 миллиметра, да. Минимальная насадка 1,5 миллиметра. Не так, как хотелось бы. Но голову тоже неохота коцать, так что минимальной насадкой тоже нормально. В принципе, задача справляется. Даже из коробки, не заряжая, заряда батареи хватило, чтобы бороду побрить и побрить голову. Так что штуковина за свои деньги вполне нормальная. Здесь вот на коробке, кстати, есть еще нарисовано, какие они еще бывают. Такого вот типа. Вот с индикатором всякие. Ну, принцип у них один и тот же. Даже, я думаю, что это одна из самых дешевых, в общем, моделей вот такая вот. Но даже ее, в принципе, вполне себе хватает. И переплачивать или не переплачивать, там уже думайте сами. Почему заказал на Яндекс.Маркете? Потому что негативный опыт был как с Валберис, так и с Озоном. Ну, с Озоном в основном негативный был,
опыт только по возврату, то есть по получению не очень качественного товара. А в Валберрис может просто товар не прийти. Так что в Валберрис я теперь совсем не заказываю, если надо очень быстро. Так что пользуюсь Яндексом, если надо очень быстро. Если надо очень дешево, то тоже сперва лучше посмотреть, короче, в наших маркетах, потому что и дешево, и быстро было дешевле заказать, в общем, на наших маркетах, там, Валберрис, Озон и Яндекс, чем покупать даже с Алиэкспресс. С Алиэкспресс сейчас даже получается дороже заказывать, хотя я, может, не там искал. В общем, вот, триммер нормальный, то есть в дорогу брать или там что-нибудь фигурные какие-нибудь, ну, я не заморачиваюсь, это кто вот хочет такие вот фигурные всякие узоры попробовать на голове у себя сотворить, то, в принципе, наверное, тоже подойдет. Она прям бреет так довольно-таки чисто вот, ну, в общем, в этом месте можно какие-то вещи у себя на голове, в общем, рисовать, так что тоже подходит. Тяжелая такая, выглядит хорошей вещью за такие деньги. Это как один поход, наверное, в парикмахерскую, и то, наверное, больше будет стоить. В общем, 470 рублей. Дороже там уже, ну, максимальная цена где-то рублей 800, там, со всякими вот этими с дисплеями, со всей фигней, в общем. Вот. Дешево, сердито, и все работает. Так что можете брать.